заливается звонок, первым Вова непременно вылетает за порог. Вылетает за порог, семерых сбивает с ног. Неужели это Вова, продремавший весь урок? Неужели это Вова 5 минут назад ни слова у доски сказать не мог? Если он, то несомненно с ней большая перемена. Не угонишься за Вовой, он, гляди, какой бедовый. Он за 5 минут успел переделать кучу дел. Он подставил 3 подножки Ваське, Кольке и Сережке. Прокатился кувырком, на перила сел верхом. Лихо шлепнулся с перил, под затыльник получил. Сходу дал кому-то сдачи, попросил вписать задачи. Словом, сделал все, что мог. Ну а тут опять за звонок. Вова в класс плетется снова, бедный, нет лица на нем. Ничего, вздыхает Вова, на уроке отдохнем.